Привет. У нас на улице ночью был дождик. Погода не очень, пасмурно, сыро, 6 градусов. Нужно сходить в аптеку. Мы заболели с мужем. У мужа насморк, глаза красные слезятся. У меня горло продуло, видимо, шею. Очень сильно болит шея, я прям не могу повернуть. И горло сильно болит. Нужно скорее лечиться, чтобы Маркушку не заразить. Я жду, пока муж переведет мне на карточку деньги, чтобы я сходила в магазин за лекарствами. Сейчас пойдем завтракать. У нас уже где-то, наверное, 9 часов примерно. Будем сейчас кушать. Мы уже сели кушать. У нас сегодня у Маркушки, как всегда, кашка. У меня яичница, 2 яичка поджарила. Огурчик. Чай сделала себе с малинового варенья, потому что болит горло, и взяла 3 печенюшки. Заболела вообще, горло болит, шею вообще не могу повернуть. Нужно сейчас зарядиться какой-то энергией и переделать дела, потому что немного я запустила. Все, нужно работу подогнать. У Маркушки у нашего 11-й зуб наконец-то вылез. Вчера я увидела, прорезался у него зубик. Вот это вот он неплохо и спит, и капризничает. Ну хорошо, хоть температуры не было, как на остальные зубы. Какие планы у нас? Помыть полы, убрать постиранные вещи по местам, заклеить обои, цветочки хочу на балкон вынести, и водичку в них нужно поменять. И сварю сегодня гороховый суп со свиными ребрышками. Да? Куда ты его тащишь? Нельзя. Кушать сейчас будем. Ладно, всем приятного аппетита. Будем мы кушать, а то Маркушка уже проголодался. Пока-пока всем, да. Пока. Увидимся позже, да? Через секундочку буквально мы увидимся, да? Увидимся через секундочку, да? Все, всем приятного аппетита. Машинки его никак не постираешь, потому что он сам по себе очень тяжелый. А если он намокает, то машинка вообще не крутится. Поэтому стираем мы его вот так. Положу его в ванну, засыпаю порошком, водой. И с порошком я его простираю. Вот я сейчас его простирала 3 раза. Сейчас он у меня лежит замоченный уже 4-й раз в ополаскивателе. Сейчас я еще раз его прополощу обычной водой, положу его стекать. Я залажу в ванную, ногами по нему топчусь. Он нереально просто тяжелый, его фиг поднимешь. Он у меня полежит, постекает, я его отожму как смогу и положу в машинку, чтобы он там отжался, и потом буду уже так сушить. Вот так мы стираем такой плед большой. В общем, он, наверное, килограмм 10, наверное, точно весит в сухом виде, в обычном. А если намочится, то вообще он неподъемный. У нас уже час дня, я Маркушку положила спать. Маркушка быстро уснул. Я уже сварила суп, помыла полы. Внеплановая стирка у меня вон стирается. Маркушка вымазал там все постельное. Пришлось менять постельное. У меня
Отжатое лежит в ванной одеяло, стекает до конца, еще немного его нужно будет отжать, и потом после этой стирки закину его отжаться и вывешу, чтобы оно высыхало. Мне позвонили, нужно пойти на работу забрать декретные. На улице у нас дождь. Я надеюсь, когда Маркушка проснется, его не будет. Сейчас нет дождя, но так периодически он идет. Чтобы сбегать и в аптеку нужно, и забрать денежки с работы. Возможно, завтра поеду в город, посмотрю по погоде и обстоятельствам. Но завтра вроде бы обещают солнышко, а остальные 2 дня будут дожди. Поэтому, наверное, завтра я поеду с Маркушкой в город прогуляться. Вот такие вот дела. Насыпала себе супа. Сейчас покушаю, доделаю дела. Накрашусь, сяду, пока Марк спит. И чтоб потом он проснется, я его быстро покормлю, и мы быстро сбегаем на работу, потому что мне до 6 нужно на работу попасть. И завтра и послезавтра я не смогу забрать деньги, потому что человек, который выдает мне деньги, у него воскресенье, понедельник, выходной. Поэтому нужно бежать сегодня забирать. В общем, такие вот дела. Буду я кушать. Всем приятного аппетита. Ну вот так Маркушка оторвала обои. Буду сейчас клеить. Маркушка спит. Как-то так у меня получилось заклеить. Мы уже вышли гулять. На улице тепло. Небольшой ветерок, но тепло очень. Я уже зашла в Магнит Косметик, посмотрела, что там за цены, что есть, что нет. Сегодня там скидка 20%. Зашла на работу, получила декретные. И сейчас идем с Маркушкой в аптеку, купим лекарства и потом пойдем уже скупимся кое-что с продуктов и куплю себе какие-нибудь средства. Я так подумала, смысл их покупать в городе, в тех же самых магазинах. И у нас здесь немного в поселке дешевле. Мы просто поедем прогуляемся, в детский мир съездим, Маркушке там кое-что купим. И все. Вот такие вот дела. В общем, идем в аптеку. У нас на улице прямо красота, тепло. Все разделись. После дождика все уже просохло. У нас уже 8 часов, идем домой. Закат, но его не видно, засвечивает. У меня руки заняты. Пакет огромный. Коляска набита. В общем, идем домой. Дома покажу покупки. Люба загулялась, пустилась в пляс, получила деньги. Еще не все взяла, что мне нужно было. Крема мне нужно еще купить. Ой, ладно, неудобно коляску вести и снимать. Идем домой. Время у нас 9:10. Пришли мы домой. Покажу, что купила. Зашла в аптеку, взяла себе спрей в горло. Захотелось мне аскорбиновой кислоты. Спрей Риностоп. Мне он нравится, хороший. Взяла мужу, ну и себе тоже носик немного не дышит. И с мужем нам таблетки от простуды. Ему пачку и мне. Вот 650 рублей. Там еще аскорбиновую кислоту я отдельно пробивала. 650 рублей в аптеке. Зашла на рыночек, купила грушки, огурчики. И зелень здесь, лук и укроп. Вот петрушку я почему-то не люблю. Маркуш, не шелести, зайчонок. Где-то... Будь здоров! Купили машинки новые, потом покажу вам. Так, на рынке где-то рублей
250 примерно, вот так, до 300 рублей вот за это все я дала. И зашли в Магнит, купила я 4 молока, сосиски мясные от Тяшева, мы их брали, в принципе, такие неплохие. Они были по скидке, так они как бы нормальные, цена у них не бюджетная. А по скидке они вообще там дешево вышли. Моркушки этих, что-то я вообще туплю. Тему творожки, морковка, один йогурт такой взяла. Взяла творог, лимон, яблоки взяла и хлеб. И вот тоже 650 рублей. Вот, 100 рублей сосиски обошлись, они по скидке, там на них 50% скидка была, если я не ошибаюсь. Ну, как бы хорошая была скидка, и мы их брали, они хорошие. В общем, такие вот были покупки с продуктами. И сейчас покажу, что купила себе. И то это я еще не купила себе крема. И забыла еще взять домой бумажные полотенца. Вот такие мы покупаем Зева по 4 рулона. Я забыла. У Магнит косметик не было. Думаю, сейчас спущусь на первый этаж Магнит. За продуктами и возьму. И забыла. Ладно, сейчас покажу быстро, что купила из косметики. Так, зашла я в магазин Оптима. Купила 2 мыла кусковых. Мы сейчас с мужем перешли на кусковое мыло, потому что у нас гели расходятся просто моментально. И, в принципе, мы уже привыкли, нам нравится мыться кусковым мылом. Взяла Каме и Палмолив. Взяла вот такие вот спонжи для умывания. Стоили они 60-70 рублей. Взяла мой любимый скраб от чистой линии с абрикосовой косточкой. Взяла вот такую маску, 30 рублей стоила, вернее не маску, а молочный пилинг для лица, для сухой и увядающей кожи. Глубокое увлажнение, улучшение цвета лица, устранение признаков старения кожи. 30 рублей она стоила. Так, взяла вот такой вот дезодорант Нивея. Я постоянно беру Нивею, мне нравится. Да, Маркуш. Взяла вот такую маску для лица. Стоила она 50 рублей. Бережное очищение. Не знаю, по-моему, она тканевая, если я не ошибаюсь. Да, она тканевая. Взяла вот такую маску, носочки для ног с авокадо, восстанавливает и увлажняет грубую сухую кожу ног. Маска в форме носков. Так, авокадо, масло ши и масло макадамия. Стоила она 90 рублей. Это самая бюджетная. Не вижу смысла, знаете, отдавать там 200 рублей на один раз использования. В общем, такие носочки. Я их, если не ошибаюсь, я их, по-моему, когда-то брала. Это не отшелушивающие, это просто смягчающие. Тут так, взяла вот такую пудру от Vivienne Sabo. Во втором оттеночке взяла. У меня была такая только черная пудра, матирующая, по-моему, если я не ошибаюсь, она была. Мне она, в принципе, понравилась. В этот раз взяла вот такую. Что такое? Не хочет фокусироваться. Пудра компактная против изъянов кожи. В принципе, мне она понравилась. Взяла вот такой. Очень долго выбирала. Маркушка мне мешал, не давал ничего выбрать. Взяла нашумевший тональный крем Fit Me от Maybelline. Матовая кожа, невидимые поры. 105 оттенок я взяла. Долго выбирала, не знаю. Маркушка мне не давал ничего выбрать. Плакал, сидел. Хотела взять такую же пудру. Это все было по скидке. И тональный крем был по скидке. 309 рублей он стоил со скидкой.
А пудра стоила тоже 300 с чем-то, 320, 330, что ли, рублей. Ну, я уже сначала выбрала эту пудру, этот оттенок. Думаю, ладно, пусть это будет. Уже выбрала. Маркушка мне не давал выбрать. И взяла они в пленочке. Кому будет интересно, напишите, я поближе потом покажу. Взяла от Кики. Взяла две палеточки теней. Такие на каждый день. И взяла для бровей. Ну, я рисую стрелки. Я не люблю подводки. Я рисую стрелочки тенями. Здесь коричневый и черный. Такие вот тени. И вот он чек с этого магазина. Кому интересно, посмотрите. Цены какие. За все я отдала 1350 рублей. Округлим так. Это магазин Оптима. Ну, я еще завтра зайду, возьму себе патчи под глаза от Skinlight, такие тканевые. Я хотела их сначала взять, а потом думаю, ладно, зайду в Магнит Косметик, там возьму. Но их там не было, к сожалению. И зашла я в Магнит Косметик, взяла древесный наполнитель коту. Маркушки набор машинок. Он стоил 230 рублей, по-моему, если я не ошибаюсь. Четыре машинки вот такие. Вот они разные. Где-то еще одну задевал. Такие вот машинки. На, играйся, играйся. Четыре машинки. Взяла наборчик. И так, взяла ему наклейки для самых маленьких. Ему нравится. Вот здесь стежки есть. Ему нравится клеить наклеечки. Будем с ним заниматься. Но он, я ему дала в руки, и он уже ее порвал. В общем, порванную мы взяли уже. Взяла перчатки домой. Убираться там. Взяла себе пилочку для ногтей, а то мои уже вообще что-то плохие. Нужно их выбросить. Взяла вот такую маску. Они тоже, если я не ошибаюсь, нашумевшие такие, популярные сейчас. Черная пузыриковая маска, древесный уголь от Skinlight. Она как пенкой такой на лице. Тканевая она тоже идет. Что здесь? Глубоко очищает поры, выравнивает тон кожи, детокс. Ну, попробуем, что за маска. Взяла себе маску вот такую тоже от Skinlight для рук, потому что у меня сейчас вообще руки в ужасном состоянии. Они очень сухие, крема мне вообще не помогают. Взяла вот такие, вот такую, вернее, масочку, перчатки для рук. Новейшая разработка маска, перчатки, интенсивное увлажнение, длительное действие, овсянка и масло ши. Попробуем, не знаю, поможет она мне или нет. Спонжи. Взяла вот такие шампунь и бальзам облепиховый в таких майонезных упаковочках. Не знаю, посмотрим, что будет. Я перелью в старые. Сейчас закончу свои старые от Натура Сибирика. Это облепиховый. Не знаю, кто пользовался, напишите, как вам. Был Ленор по скидке 2-литровый, 159 рублей. Женские всякие там штучки я взяла. И решила себя побаловать. Взяла две помады. Очень долго выбирала. Магазин у нас здесь новый, тестеров нет почти ни на что. Взяла вот такую от L'Oréal помаду. На нее была скидка именно на этот тон. Тестера не было. В общем, я брала, закрыв глаза. Ну, мне понравилось, я хотела давно такой оттенок. Мне понравилась помада 430 оттенок. Что такое не фокусируется? 430.
Вот такой сводчик на руке, темный. А это вот вторая помада от Vivien Sabo. Так она выглядит. Она в 702 оттенке. В общем, взяла я две вот такие помадки. Вот так они выглядят. Мне очень понравились. Не жалею, что купила. Обновила свою небольшую коллекцию помад. Очень классные. Вот такие сводши. Это такая розовенькая на каждый день. Я думаю, на губах она не так прям будет выглядеть. А это прям как лак у меня. Ну, в общем, мне понравилось. Вообще, лореалевская помада, она... Сколько она стоит? Где здесь? Она стоит 430 рублей, но именно на этот оттенок у Магнит Косметики была скидка. И я ее купила за 202 рубля. В принципе, для Лореаля, мне кажется, для помады это хорошая цена. А Vivien Sabo она стоила 183. И так, в общем, сейчас покажу чек. Сегодня мне прям повезло. Вообще в Магнит Косметик скидки 15 числа, но почему-то у них сегодня была тоже скидка 20% на все. И я скупилась. Так, отставлю помады, покажу вам чек. Вот такие цены, смотрите. Натура Сибирика, так. Бальзам облепиховый 222 рубля. Хотя на полки стояли по 139, представляете? Вот такая у меня сумма. Вообще у меня вышла сумма. Какая у меня сумма вышла? У меня получилось 2000. Здесь почему-то не написано. У меня, в общем, вышло 2000 с копейками, и была скидка, хорошая скидка, в районе 400 рублей у меня вышла скидка. Как бы нормально. Я смотрю, уже у меня за 2000 перевалило, думаю, да, скупилась, я потратила деньги, а потом хоп, и 400 рублей скидка, как-никак, ну... Деньги. Я еще не купила себе кисточку. Мне нужна скошенная кисточка. Я рисую ей стрелочки. Я не нашла такую, какая мне нужна, потому что моя вообще уже что-то подострепалась. Она распушилась сильно и сильно толсто рисует. И что еще? Я не купила еще крем для лица и крем для век и патчи под глаза. Вот мне что еще осталось, и все. Как бы мне этого достаточно. Вот такие были у нас сегодня покупочки. Маркушка устал. Вышли в 4:30, пришли в 8:00 домой. Нагулялись. Я немного даже подустала. Ну что, мои милые девочки, будем на сегодня уже прощаться. Увидимся в следующем влоге. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. И я думаю, они вам нравятся. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все, всем пока. Спасибо за просмотр.